Пока еще маленькие звездочки уже точно знают, чего хотят от жизни. По крайней мере, стать рыцарем года 2016 хотел каждый из них. Четыре команды – это видновские школы номер 5, 7, 9 и художественно-технический лицей. Чтобы получить заветную статуэтку победителя, надо было пройти несколько этапов. Визитная карточка, здесь молодые люди рассказывали о себе, спортивный конкурс и творческое задание – показать образ советского ученого и рассказать о его изобретении. У вас уже давно была разработана теория отдаленного скрещивания. И на основе этой теории вы создали много новых чудесных плодовых растений. Определенно, без поддержки одноклассников участникам даже не удалось бы начать подготовку к конкурсу. Номера создавались всей школой. Все участники сегодняшнего финала без помощи своих команд не смогли бы именно одержать такую убедительную победу. И самое главное, нам показать замечательное просто шоу, действо, насыщенное патриотизмом к своей стране, насыщенное патриотизмом к своей малой родине. «Рыцарь года 2016» был пропитан духом патриотизма. Это участники всячески пытались показать в своих выступлениях. Хотела бы отметить тот высокий патриотизм, который показали ребята, их мужественность. И в то же время от нескольких участников сегодня звучало о том, что, наверное, любовь к родине начинается с любви к матери. И вот он, кульминационный момент. Участники в напряжении, у болельщиков сдают нервы. Зал разрывается от криков. Глава Ленинского района объявляет победителя. Илья Катар. Очень неожиданно. И хочу спасибо большое сказать команде. Поддержка была просто невыносимая. Кричали, поддерживали. Постоянно это лишь помогало. Когда уже после спортивного конкурса еле стоял на ногах, именно ребята помогли. Ужасно переживала, верила. Как бы я очень сильно горжусь своим сыном. Во многом в победе Илья обязан духовному наставнику и творческому локомотиву 9-й школы Светлане Морозовой. За преданность своему делу Олег Хромов вручил ей благодарственное письмо. Я хочу сказать огромное спасибо своим детям. Не так просто сделать то, что сделали они на сцене. Вот эти броски, перевороты, прыжки – это огромный труд, физический труд. Я хочу им сказать еще раз, в сотый, миллионный раз, что я их люблю. С рыцарем года определились. Теперь осталось выбрать видновчанку. По традиции, этот конкурс проходит в самый разгар весны. Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.